Ярославль снова поплыл. Прошедший вечером дождь превратил улицы Ярославля в филиал венецианских каналов. Горожане не в восторге от таких перемен. Многим пришлось добираться домой через глубокие лужи. Автомобилисты на ощупь искали проезжую часть. Непогода превратила в море проспект Ленина, улицу Кирова, Андропова, Свердлова. И этот список можно продолжать. Были проведены еще объезды по всем районам города Ярославля. Значит, также производилась очистка колодцев. Ежедневно ведется регулярная работа по промывке сетей канализации, ремонту колодцев. Вот на сегодняшний день промыто больше 645 тысяч метров сетей ливневой канализации, отремонтировано 300 колодцев, восстановлено около 200 квадратных метров асфальтового покрытия, переложено 63 метра труб.